Всем привет. Собрался я ехать на мотоблоке. Смотрю, а тут вот дела какие. Прицеп лопнул. Или сцепное устройство лопнуло. Вот смотрите, трещина. Вот так она лопнула. Здесь вон трещина. В прошлом году я усилил. Хорошо усилил, мощно. Но зато сам прицеп не выдержал. Вот я сейчас буду заваривать. С этим сварочником я его сейчас заварю. А заодно и здесь надо сваркой подварить. Не видно на камеру. Трещина есть вон в районе сварки. Это зимой, когда дверь открывал, ветром ее слишком сильно хлопнуло. Но сейчас ее тоже заварим. Все, вот так вот обварил. Все, надо ехать мне. По-быстрому обварил. Это вроде нормально, качественно получилось. Красиво. Я так-то не сварщик, но для меня пойдет. Иногда приходится грузить хорошо, возможно, даже с перегрузом. Так я заварил ворота. Черная, некрасивая. Ладно, почистим, покрасим. И прицеп тоже почистим, покрасим. И вот, спасибо за внимание. До скорых встреч.